Так, песня с Евровидения 19-го года. Мне кажется, в 19-м я уже Duncan за Евровидением не следила. Лоренс. Мне кажется, в этом году уже не следила за Евровидением. А, нет, эту песню слышала. О, да, да. Я тоже слышал. Она какая-то популярная, как будто пипец. Фэнтези какая-то. По-моему, она еще такая очень прикольная. А, тут прям клип будет. Нидерланды. Сейчас припев будет, я точно вспомню. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces. Какого-то утроби плавает. Mm-hmm. Такой он большой. Ну да. Это он Бенджамин просто. Вот. Вот уменьшаться. Подожди сейчас. 100% слышал эту песню. My mind feels like a foreign land. Но клип не видела. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. Слышал, да? Да. Да, слышала. Она даже до сих пор где-то играет, мне кажется, нет? Ой. А? Да что ты сделал? Я хотел только петь. Блядь, извиняюсь. Ручку покрутил, блядь. Я нажал на ноль. Замотал на ноль. Carry me, carry me, carry me home. Как называется? Припев. Как-то там есть название для этой штуки. Я такое слушаю, ну типа нормально. Я такие песни могу на фон включать, то есть мне такое нравится. Ну да. Вот, он всплыл. Он родился. О, 100 раз слышал. Ну. Это же группа известная. Ну да, да. Только припев я знаю. Ну. А я полностью слышала. Я тоже. Слушай, только припев я знаю, Сергей, я тоже. В смысле? Ну, я часто слышал. Наверное, видимо, полностью, но помню только припев. Ну, он такой запоминающийся. Достаточно. Что-то много все тут. О, слушай. Не, он как бы всплыл, и там все всплыли, типа. Тут, наверное, клип как-то связан с текстом. Нет. Или просто текст. Не знаю. Покусал. А вот, вот он все, родился. Ну, в смысле, всплыл. Мне кажется, что не связан. Хотя кто знает. На перевод смотреть. Угу. Чтобы понять, связано ли это. А, не все вышли? Он говорит, любить себя все равно, что проигрывать в игру. Ну нет, наверное, все-таки клип не связан с текстом. Песня вроде как про любовь. Любит русалочку. А песня, видимо, называется Arcade. А русалочка родилась с хвостом. Не, я думаю, ты придумаешь. Я думаю, Arcade — это типа, как, наверное, аркадные игры имеется в виду. И он говорит, что типа, любить тебя, как все равно, как проигрывать в игру. Ну, наверное, поэтому как-то связано. А клип отдельно. Как бы ощущение, как будто ко дну пошел. Ну, может быть. Ну, типа расстроился в конце. Не, песня прикольная, песня мне нравится. Мне тоже. Да, клип, ну, не знаю. Ну, нормальный, наверное. Я обычно привыкла более таким динамичным клипом. Это такой очень такой спокойный.